Здравствуйте! Сегодня мы обсудим маркетинг-план простыми словами. Компания платит нам за созданный товарооборот. Доход складывается из вознаграждения за свою работу и работу своей команды по маркетинг-плану. То есть объемная скидка и бонусы. Вы создаете свою команду, с которой работаете как наставник. Вместе с командой вы привлекаете новых покупателей и партнеров, тем самым создавая товарооборот. Вы получаете процент от покупок всей вашей структуры и, соответственно, чем больше товарооборот, тем больше процент выплат. Чем эффективнее работаете вы и ваша команда, тем быстрее растет ваш товарооборот и ваше вознаграждение. Для этого в нашей команде есть подробное бесплатное обучение и поддержка команды наставников. Используйте все возможности компании. Вы поднимаетесь вверх по карьерной лестнице, приобретаете новый опыт, развиваетесь как профессионал и увеличиваете свой доход. Доход лидеров Оберлиг – это скидка 20% или 26% на личный заказ, участие в VIP-программе, вознаграждение за товарооборот всей команды до 23%, директорские бонусы за работу ваших директоров, также бонус «Быстрый старт» за достижение статуса «Директор» и выше за первые полгода работы, квалификационные бонусы за достижение новых званий, бонус стабильности за стабильную работу в звании, бонус развития для лидеров в звании «Бриллиантовый директор» и выше, бонус «Материнство и усыновление». Все эти бонусы суммируются. Также можно работать со многими странами, регистрируя всех в одну команду или веточку. Команда не делится в зависимости от страны. Выплаты за международные заказы оплачиваются по итогам этого же каталога. При этом личный заказ увеличивать не требуется. Есть два варианта получения выплат. До заключения договора с компанией деньги зачисляются на ваш личный счет Faberlic для оплаты ваших заказов. Оплатить заказ этими деньгами можно до 65% от стоимости вашего заказа. Заключить договор с компанией можно как самозанятый, только в России, конечно, или индивидуальный предприниматель по всем странам и в России. Первое, самозанятые могут получать деньги на карту с уровня дохода в 200 рублей. И эти выплаты не влияют на получение других пособий от государства. Налог на самозанятых всего 6%. Предприниматель уже имеет пенсионный стаж, получает выплаты на личный расчетный счет в банке. А на примере России ваш налог составляет также 6% от дохода. Так как каталог действует 2-3 недели, а значит и выплаты мы получаем 18 раз в год, а не 12. Компания избавляет вас от большинства задач и вопросов, связанных с логистикой, обеспечивает всю доставку, расчетов выплаты бонусов, разработкой акций для покупателей и развития бизнеса, а также очень подробной и удобной системой отчетов о работе всей структуры и команды. А теперь познакомимся с тем, как начисляется доход и считаются выплаты. Первое, что вам нужно знать, что товарооборот измеряется в баллах. Так как Faberlic сотрудничает со многими странами и в каждой стране своя валюта, для единой системы расчета вознаграждений введена балловая система стоимости продукции. Каждый продукт оценивается определенным количеством баллов. И независимо от того, в какой стране сделан заказ, одинаковые продукты будут иметь одинаковые баллы. Смотрите, к примеру, крем One Week Miracle оценивается в 10 баллов. В России это 900 рублей, в Казахстане это 6000 тенге, в Таджикистане 99 самани. А доход вы получаете в своей валюте. Стоимость балла на закупку основного ассортимента в России 1 балл 90 рублей. На дополнительный ассортимент, например, аксессуары, действует промо-балл 1 балл равен 180 рублей. В других странах можете посмотреть таблицы. Также очень важно, что баллы начисляются только за оплаченные заказы. Продукция выдается строго после оплаты, нет никаких рисков. Если вашему консультанту пришел заказ и он его не оплатил, он просто через 10 дней вернется назад и, соответственно, не будет выдан. Поэтому нет минусов и штрафов. Это очень удобно. Смотрите, таблицы. Также есть сумма минимального заказа по странам. С нее начинает применяться скидка 20% на личный заказ от цены каталога. Также, если личный заказ будет от 50 баллов суммарно за текущий каталог, то уже в следующем каталоге ваша скидка будет увеличена до 26% на все личные заказы. А еще, если сделать 100 баллов личного оборота, то получаете VIP-статус с еще большим количеством привилегий. Но об этом я расскажу вам позже. При расчете дохода от структуры, чтобы получить деньги в вашей валюте, идет перерасчет из баллов в деньги. При этом используется стоимость балла на выплату. В России балл на выплату
72 рубля. Казахстан – 400 тенге. Беларусь – 2 рубля. Кыргызстан – 74 сом. Таджикистан – 6,6 самани. И так далее. Также мы сотрудничаем с различными странами мира, где балл на выплату, например, в Таджикистане – 6,6 самани. Например, в вашей команде есть люди из Таджикистана, Казахстана и из России. Все их баллы за заказы суммируются и потом конвертируются в деньги той страны, в которой вы проживаете. Подробнее мы, конечно, рассмотрим далее. А теперь перейдем к главному, к маркетинг-плану компании. А это маркетинг-план до уровня директор. Согласно маркетингу, чтобы получать выплаты за созданный товарооборот, ваш личный заказ должен начинаться от 50 баллов. Директорский маркетинг-план включает в себя уровни, по которым выплачивается от 3 до 23% с товарооборота. От консультанта до кандидата в директора. Консультант 3%. Объем личной группы 100 баллов и доход 216 рублей. Это на примере России. Давайте поясню. Например, вы сделали 50 баллов и в вашей команде сделали еще 50. И это суммарно 100 баллов. Вы консультант 3% и доход составляет 216 рублей. Или вы сделали всего 10 баллов и ваша команда сделала 40 и 50. Это тоже 100 баллов. В первом случае вы получаете доход, так как сами сделали 50 баллов, а во втором случае вы не получаете доход, так как сами не сделали 50 баллов. И третий пример. Вы сами сделали личный оборот 100 баллов. Вы также стали консультантом 3% и также получаете 216 рублей плюс стали VIP-консультантом, что дает дополнительные привилегии и скидки на продукцию. Это только самое начало. Дальше больше. Вторая ступень по маркетинг-плану – это старший консультант с 6%. Объем личной группы от 200 баллов. Доход на структуру – 864 рубля. Следующая ступень – лидер 9%. Объем личной группы – 600 баллов. Доход на структуру – 3888 рублей. Четвертая ступень – это старший лидер – 12%. Объем личной группы – уже 1000 баллов. Доход на структуру – 8640 рублей. Пятая ступень – вице-директор. Это экватор до статуса директор. 15%. Объем личной группы 1500 баллов. Доход на структуру 16200 рублей. Шестая ступень – это старший вице-директор. 19%. Объем личной группы 2000 баллов. Доход на структуру 27360 рублей. И последняя ступень до директорского маркетинг-плана – это кандидат директора. Когда вы открываете уже 3000 баллов, у вас 23% и доход на структуру 49680 рублей. И это только ежекаталожные выплаты. А еще в компании есть много бонусов и много премий. Первый бонус – материнство и усыновление, который получают уже с уровня 15%. Он выплачивается ежекаталожно 18 или 19 раз в течение года и составляет 45 тысяч рублей за первого ребенка и 90 тысяч рублей за второго ребенка. Данный бонус могут получать мамы. Но если зарегистрирован папа, то у него должен быть оформлен семейный контракт с женой за 8 каталогов до появления малыша. Данный бонус не отменяет выплаты декретных пособий от государства и работодателя. А еще представляете, какая у нас лояльная компания. Одна мамочка на проекте не знала об этом бонусе, но когда узнала и подала документы в компанию, компания ей все выплатила, хотя уже было и поздно. Например, если вы вице-директор, ваши выплаты составляют за структуру 16200 рублей, мы добавляем 5000, получаем 21 тысяча в каталог, а это 18 раз в год. То есть в пересчет на месяц 31 800 рублей в месяц. А сейчас давайте рассмотрим, какие возможности вас ждут после открытия директорского статуса до уровня генерального партнера. А это уже более серьезный доход. В компании есть карьерная лестница, где на каждом уровне есть закрепленное звание, статус. За подтверждение каждого звания вы получаете единоразовую премию, которая называется квалификационный бонус. И чем выше звание, тем больше бонус. Давайте знакомиться с гарантированными премиями. Расскажу вам про все ступени карьерной лестницы подробнее. Например, если мы сделали товарооборот 3000 баллов, то это открыть статус директора, а значит, мы становимся кандидатами на получение премии 80 тысяч рублей. Или, например, в пересчет на другую страну 80 тысяч киргизских сом. Для подтверждения квалификации на звание директор вам необходимо после открытия в течение любых 8 периодов за год после открытия удерживать данный статус. Директор – это тот, у кого нет директоров, но есть личный оборот и оборот команды. Старшим директором можно стать в двух случаях. Первое –
объем личной группы 5000 баллов, в этом случае директора под вами нет. Второй вариант, старший директор, это тот, у кого объем личной группы от 2000 баллов и один директор в команде от 3000 баллов. За подтверждение уровня старший директор вы получаете квалификационный бонус 40 тысяч рублей. И на этом этапе старшего директора вы уже получаете пассивный доход 5% с товарооборота вашей директорской группы. Если под вами открыты уже две директорские группы в первой линии, то это статус серебряный директор с единовременным квалификационным бонусом 150 тысяч рублей. Когда будет три директорские группы в первой линии, это золотой директор с бонусом 200 тысяч рублей. Рубиновый директор – это уже 4 директорские группы в первой линии. И единовременный квалификационный бонус будет составлять 275 тысяч рублей. Бриллиантовый директор – 6 директорских групп первой линии. Единовременный бонус – 400 тысяч рублей. Элитный директор – 9 директорских групп в первой линии. Бонус уже 600 тысяч рублей. И это уже элита компании «Фаберлик». Национальный директор – 12 директорских групп в первой линии. Единовременный квалификационный бонус – 1 миллион 200 тысяч рублей. Старший национальный директор – это 15 директорских групп в первой линии. И бонус будет составлять 1,5 миллиона рублей. Международный директор – 18 директорских групп в первой линии. И единовременный квалификационный бонус будет составлять 1 миллион 800 тысяч рублей. Старший международный директор – 21 директорская группа в первой линии. И бонус – 2 миллиона рублей. Партнер – это 24 директорские группы в первой линии. Единовременный квалификационный бонус – 8 миллионов рублей. Старший партнер – 24 директорские группы в первой линии. 6 из них уже должны быть бриллиантовыми. И тогда бонус составит 10 миллионов рублей. Управляющий партнер – это 24 директорские группы в первой линии. 12 из них должны стать бриллиантовыми директорами. И это будет единовременный квалификационный бонус 17 миллионов рублей. Национальный партнер – 24 директорские группы в первой линии. 18 из них бриллиантовые. Единовременный квалификационный бонус – 25 миллионов рублей. Международный партнер – 24 бриллиантовые группы в первой линии. Единовременный квалификационный бонус – 50 миллионов рублей. 50, представляете? Да, и генеральный партнер – это 30 бриллиантовых групп в первой линии. И единовременный квалификационный бонус – аж целых 80 миллионов рублей. Ну, кто же его не хочет получить? Но если вы открываете сразу несколько статусов, то квалификационные бонусы суммируются. И очень важно знать, что 50 баллов – это обязательнейшее условие для начисления объемной скидки. 100 баллов необходимо для получения бонуса развития и бонуса стабильности, а также для участия в VIP-программе и в программе Drive. В компании 18 каталогов, и 18 раз в году нужно делать от 50 баллов и по желанию от 100. Хотите получить больше? Можно удвоить квалификационные бонусы, если вы выполняете квалификации в течение первого полугодия после регистрации. Это программа «Быстрый старт». Например, если вы за 4 месяца вышли на уровень серебряного директора, то получаете бонус директора 80 тысяч рублей, бонус старшего директора 40 тысяч рублей, серебряного директора 150 тысяч рублей, и вся сумма эта умножается на 2, значит, равняется 540 тысячам рублей. Максимальный статус для получения быстрого старта – это элитный директор. И у нас в команде есть 4 человека, которые взяли быстрый старт по элите. Итак, мы рассказали про квалификационные бонусы. Теперь мы рассмотрим таблицу директорских бонусов, которые выплачиваются по результатам работы вашей структуры и вас лично каждый расчетный период. Тут нужно обязательно понимать, что чем больше у вас директоров в первой линии, тем больше выплат директорских статусов в ширину и в глубину, и меньший объем личной группы нужно выполнять. На директоре я зарабатывала в каталог от 30 тысяч рублей, на старшем директоре от 56 тысяч рублей, на золотом директоре уже 88 тысяч, на рубине 109 тысяч, на бриллиантовом статусе 184 тысячи, элитный 250 тысяч каталог, национальный 270 тысяч, старший национальный 408 тысяч, международный 458 тысяч.
На партнере уже 1 миллион 800 тысяч в каталог. Представьте, если вы рубиновый директор, то вы получаете за всех 4 директоров первой линии и в глубину тоже на 4 поколения директоров. Чтобы получать увеличенные директорские бонусы с глубины, нужно, чтобы у вас было соблюдено правило 60%. Что такое правило 60%? Это недавно введенное улучшение по маркетинг-плану. Когда групповой оборот каждый из ваших директорских веточек первого уровня должен составлять не более 60% от всего вашего общего группового оборота. И не забываем про требуемый объем личной группы. Вы можете сделать его сами, или его может сделать ваша команда, которая без директоров. В нашей компании маркетинг сбалансирован. На всех уровнях вознаграждение справедливое. А в некоторых компаниях все деньги сосредоточены сверху. То есть хорошо зарабатывают только топы. У нас это не так. Следующий бонус – бонус стабильности. Сохраняйте ваше текущее звание не ниже закрепленного и личным объемом не менее 100 баллов – статус VIP. В течение 8 периодов подряд. Бонус стабильности начисляется для вас тогда 2 раза в год. При увеличении звания чаще, чем 2 раза в год, выполняется доплата до более высокого звания до следующей квалификации. Сумма бонуса зависит от вашего статуса. Если вы директор, то за год 13 200 рублей. Старший директор – 20 000 рублей. Серебряный директор – 27 000 рублей, золотой – 40 000 и от рубинового и выше – 53 000 в год. Представляете, как здорово! С уровня директора у вас уже классный доход, вы получаете квалификационный бонус, бонус материнства, директорский бонус, бонус стабильности, и все это суммируется с акциями для покупателей. И еще один дополнительный бонус за достижение команды – это бонус развития. Ведь успех бизнеса зависит не только от ваших личных достижений, но и от того, насколько хорошо вы умеете быть наставником для своей команды. Добивайтесь статуса бриллиантового директора и выше. Помогайте вашим консультантам достигать новых званий и получайте бонус развития. Это вознаграждение в размере от 30% от суммы всех квалификационных бонусов, которые были выплачены за год консультантам вашей структуры до первого нижестоящего консультанта в звании бриллиантовый директор. То есть до уровня бриллиант включительно. Я, например, когда получила свой первый бонус развития, он у меня был 300 тысяч. Сейчас я каждый год дополнительно получаю с помощью бонуса развития более 1 000 000 рублей дополнительно. Бонус развития рассчитывается начиная с периода, в котором вам было присвоено звание бриллиантовый директор, то есть начислен квалификационный бонус. При расчете бонуса развития не учитываются выплаты по бонусу быстрый старт в структуре бриллиантового директора. Выплачивается раз в год одной суммой по итогам 13-го каталога. Ну что ж, друзья, на этом мой подробный разбор маркетинг-плана компании Faberlic закончен. Мне кажется, не в одной MLM компании нет столько бонусов. Я знаю, что у вас очень много вопросов. Но расскажу секрет. После регистрации в нашем бесплатном обучении мы еще не раз разберем с вами маркетинг-план нашей компании по крупицам. И когда вы начнете развивать свой бизнес на своем собственном опыте, вы поймете маркетинг на все 100%. Не ждите, когда придет время. Переходите к регистрации и начинайте зарабатывать вместе с нами прямо сейчас. Для этого просто пройдите по ссылочке, которая находится под видео, и вам сразу же придет информация, с чего необходимо начать. И мы вместе настроим все необходимое для вашей работы.